Говорили, я псих, а теперь землю жрут. Холера. Бывали штурмы неудачные, но этот дракон был последней каплей. Просто перегнул палку терпения. Переполнил. Что переполнил? Ну, чашу терпения. Мать его, это просто нелепо. Геральт, вот ты в них разбираешься. Можно натаскать дракона? Никогда об этом не слышал. Так почему он жрет только моих людей? Надеюсь, Мэри Гольд телепортировалась. А как же? Если нет, придется искать нового советника. Заткнись, Роше. Посмотри правде в глаза. Дракон мог ее... Еще слово, и дракон перестанет быть твоей главной заботой. Хватит. Заткнитесь оба. Дракон вернулся. Не могу идти. Ты снова спас мне жизнь. Можешь просить, чего хочешь, ведьмак. В пределах разумного. Я покидаю двор, государь. Я хотел бы, чтобы Трис Мэри Гольд могла отбыть со мной, если захочет. Конечно, захочет. Ты что, слепой? Она влюблена в тебя по уши.
Можете отбыть вместе. Никто не станет вам мешать. Вот тебе мое слово. Кто там? Фольтест, я пришел за своими детьми. Подожди здесь, Геральт. Ты их напугаешь. Слава богам. Мои молитвы услышаны. Иди, Бусси. Это не мой отец. Он твой король, малыш. Колокола бьют в честь триумфа. Крепость пала, город взят. Государь, возблагодарим про отца и мать-создательницу за эту победу. Погоди, слепец. Я полгода не видел моих детей. Боги могут обождать. Послушайте меня внимательно. Мы немного поссорились с вашей мамой, но все это в прошлом. Злые люди обманули ее и обратили против меня. Но я наказал их, и теперь все будет хорошо. Не плачь, Бусси. Когда-нибудь ты станешь королем, а короли не плачут. Идут люди с оружием, государь. Дети, быстро в келью. Скоро сюда придут мои рыцари. Вы познакомитесь с ними, а однажды будете ими повелевать. Но сперва Бусси должен умыться, чтобы никто не видел его слез. В соседней комнате есть ведро с водой. Анаис, помоги брату. Государь, помолимся. Они должны выглядеть как дети короля. У них твои глаза, государь.
Ну что же, должно быть, больше я ничего от тебя не узнаю. Это значит, я свободен? Убит Фольтест, король Тимерии. К сожалению, ты пока единственный подозреваемый. Я сгнию в яме только потому, что убийца оказался ловчее тебя. Неприятно. Не сгниешь. Тебя повесят. Останови их. Я не могу влиять на приговор суда. Король много о тебе рассказывал. Если бы не он, я бы спился. Или сдох где-нибудь. Я бы сказал, что Фольтес сделал для меня больше, чем отец. Но отца своего я никогда не видел. И поэтому я не успокоюсь, пока убийца не будет наказан. В чем состоит твоя служба? Я выполняю приказы, сложные для других. Что происходит в Тимерии? Собрался совет регентов, который должен навести порядок. А это значит три вещи. Воцарится полный бардак, в городе закончится вино, а местные шлюхи наживутся за эти дни как никогда. Трис тоже в совете? Конечно. Но скоро она убедится, что ее там не ждут. Откуда ты знаешь? Это моя работа. Всегда все знать. Они хотят королевства без чародейки? Раз уж в королевстве нет короля, они попытаются избавиться и от чародейки. И кто будет править? Главные претенденты – граф Моравель и барон Кимбольд. Теперь замок Лавалет принадлежит им. Есть еще бастарды Фольтеста. В их венах течет королевская кровь. И права на трон у них, а не у каких-то дворяшек. А если бы у меня были свидетели? А у тебя они есть? Я имел в виду Трис. Если бы она не была твоей любовницей, но все знают, что ты с ней спишь. Что с ней? А что с ней станет? Насколько я знаю, ее позвали на заседание Совета регентов. Ты же командир синих полосок. Так сделай что-нибудь. Настоящий убийца на свободе и с каждым часом уходит все дальше. В историю с монахом-убийцей я не верю. Я не говорю, что он был монахом. Он был в рясе. Он уплыл в лодке с отрядом Скайтаэлей. Ты сможешь его узнать? Легко. В жизни не видел такой горы мяса. А что, если тебе удастся сбежать? Я пойду по следу убийцы короля. Ты знаешь, где его искать? Скайтаэли помогли ему бежать. Вот с них и надо начать. Может, ты даже знаешь, что это за отряд? Откуда бы? У них были маски в синюю полоску. Трофейные, я думаю. Это отряд Йорвита. Значит, след у нас уже есть. Я знаю, где их искать. Если ждешь от меня историй, сперва накорми меня. Почему бы и нет? Бьянка! Принеси поесть. С этого и надо было начинать. Ты сам виноват. Твоя судьба в твоих руках. Спасибо. Что в специальном отряде служат женщины. Бьянка одна из лучших. Как она оказалась в синих полосках? Я вытащил ее из Лапска и Таэлей. Они сожгли ее деревню и перебили всех жителей. Ей тогда было лет 16. Она приглянулась командиру отряда, и ее пощадили. Вот еще что. Это материалы на Геральта из Ривии. О смерти Фольтеста?
Нет, Геральта. Отчет о событиях пятилетней давности. Ривия, город. Население 1200 жителей. Среди них 253 нелюди. 25 сентября 1268 вспыхнул погром. Началась резня. Убивали эльфов и краснолюдов. Только один человек встал против разъяренной толпы. В ходе беспорядков погибло 76 нелюдей, в том числе ведьмак Геральт из Ривии. Его ударил вилами в грудь человек, о котором известно только то, что его звали Роб, и он задолжал 3 кроны в местной корчме. Йеннифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмака. Тела ведьмака Геральта и чародейки Йеннифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами. Место их погребения неизвестно. Я помню. Ривия. Йеннифер. Что с тобой? Я видел собственную смерть. К тебе вернулась память? Нет. Только это. Самый конец. Бьянка! Допрос окончен. Заковать его. Дай мне ключ. Утром я отплываю. Через 5 минут за тобой придут. Поешь, тебе пригодится. Еще вчера его все на руках носили, как героя какого. Ничего странного. Я сам видал, как он 20 человек на месте уложил. И правда? Как он задвигал по этим стенам? Я и меча не разглядел. Так он крутился. Это страхолюдина, я думал, на клочки его разорвет. Да ничего, завтра палач с него кожу спустит. Может, и мы бы урок ему дали за смерть Фольтеста. Неохота такого говна касаться. Только руки пачкать. Твоя правда. Пускай с ним палач разбирается. Эй, стража! Подойди сюда, добрый человек. Ну, чего горло дерешь? Я тебя сейчас подеру! Ох, не было бы этой решетки, вы бы у меня по-другому заговорили. Да. Ну, давай посмотрим. Ну, я с тебя потроха-то повыдерну. Thank you.
Вот дерьмо. Под факелами не пройдешь. Кондрати хватил. Месяц говенной каши кормит. Он туй, когда померкнет свет. Жрать их. Жрать, жрать, жрать. От жизни. Добро, стражник готов. Начали. Держите меня. Не то угроблю, кретина. Обещали карту. Вот вам карта. Татуха первый класс. Побег. Должны были меня закрыть. Эй, закрыли. Стража! Так в чем дело? Куда все подевали? Объясни ему. Стража, сюда! Я не могу. Хорошо, давай по порядку. Во-первых, откуда на плане подземелья пробитое сердце с надписью «Мать»? Ну, выпил я лишку для куражу. Во-вторых, ты должен был угодить в тюрьму. Ну и где этот беглец? Но не за кражу. Опять воров сперва все в башке помутилось. А теперь ни хрена не разберешь, рубец это или туннель. Стоял. Спокойно. Еще минуту назад. Ну и в-третьих, татуировка должна быть на спине, а не на заднице. Язык тебя вырву, что, ты мне еще позови. Заглянуть, всякий раз порты с тебя снимать. Ну, маленькая, вот мы одни. Только ты и я. Местечко, может, не шибко романтичное. Ну да ты поверь. Сучьи как дети. Я закончу, ты будешь как очень Как еще раз получу на обед гороховый Только суп? Только тронь! Я тут уже люблю. Что ты согласишься. Все вы это дело любите потаскухать. Всякая эльфка, сука, конченая. Только...
подпишешь? Да пошел ты! Анаис и Буси – мои дети. Всего одна подпись, и истории конец. У папа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. Ты слишком рано. Тебе на завтра назначено. Придется обслужить меня пораньше. Я скорее ждал смерти, чем тебя, ведьмак. Еще немного, и она бы пришла. Что ты здесь делаешь? Палач назначил мне свидание. С чего бы это? Похоже, я убил Фольтеста. Жаль. Я хотел сделать это сам. Ты знаешь, что с моей матерью? Фольтест ничего ей не сделал. Он велел синим полоскам беречь ее, как зеницу ока. А через минуту погиб сам. Но это не ты его убил? Нет, Ариан, не я. И ты знаешь, кто? Нет, но собираюсь узнать. Надо идти. Можно выйти через маслохранилище. Я не дойду сам. Помоги мне. Опирайся на меня. Эй, ты закончил? Падаль-то выносить уже или как? Блять. Так увлекся работой, что ничего не слышит. Что? Кричи. Я этого не подпишу! Никогда! Упрямый сукин сын. Пойдем, чего тут стоять? Сам притащит, как закончит. Сработало, но надо быть осторожней. Я подожду здесь. Вернись за мной, когда расчистишь путь. Императором. Ты короля тебе готов. Ах ты, выблядок! Ядрись ты в рот прогибом! Я тебя зубами порву! Слышишь?
ничего больше спадить. Тимерия не подходит. Тут и короля теперь нет. Редкая дрянь, не смола. Задняя. Гореть не хочет, а коптит, что твоя дымовая шашка. Это мне не по себе прям сделалось, а. Помоги мне встать. Сюда, по лестнице наверх. Вторая дверь налево – это маслохранилище. Идем со мной. Ты здесь ничем не поможешь. Нет, у меня здесь дела. Собрался воевать в одиночку? Для таких дел помощь не нужна. Уверен? Прощай, ведьмак. Стой! Ведьмак, ты что ли? Говорят, ты убил короля. Я не убивал. Я тебе верю. Я рад. А то совсем бы глупо вышло, если бы пришлось тебя убивать. Все рубайлы пережили штурм. Пьют горькую третий день. Я тебе кое-что задолжал. Ничего ты мне не должен. Во время штурма попали мы в котел. Ты знаешь, если рыцаря в тесных проходах прижмут, двинуться вовсе некуда. Сзади напирают, спереди стоят, сверху алебардами рубят. Меня бы раздавили, если б не доспехи. Потом еще раз 10 получил по шлему. До сих пор в ушах звенит. Блюю все время, зато живой. Сотрясение мозга. Это пройдет. Ты был с рубайлами, когда они попали в скайтаэльскую засаду? А то. Живодер говорил, что эти эльфы дрались особенно отчаянно.
Ты не заметил, было у них что-нибудь приметное? Может, значки какие-то? Они закрывали свои лица платками, а платки эти нарезали из мундиров особого отряда. Трофейные, значит. И клич у них Орвит или что-то вроде того. Откуда там взялся дракон? Понятия не имею, но он спас нас. Эльфы его как увидели, сразу о нас забыли. Больше ничего сказать не могу. Мы так удирали, будто за нами дьявол гнался. Вот, держи-ка. Живодер мне велел это выучить, но такие мудрости не для меня. Я на драконов охотиться не собираюсь, а тебе вот может пригодиться. Мне пора. Насыпь охраняют стражники. Ты не проберешься. Отвлеки их. Ага. Но помни, если дойдет до драки, на меня не рассчитывай. Может, нам даже придется биться друг против друга. Лучше бы не пришлось. Ну, иди. Дай мне минуту. Скотина, обязательно было поджигать замок? Я впечатлен. Ребята бились об заклад, что ты устроишь в подземелье очередную блавикинскую резню. Мы можем отплывать? Скоро они тихо, гладко начнут меня искать. Трис, как ты? Я больше не королевская советница. Я потеряла должность, дом в Изиме. Говорят, я ведьмачья любовница, девка королевского убийцы. Люди болтают то, что им велят. Да все я знаю. Когда мы найдем убийцу короля, все они запоют по-другому. Роше об этом позаботится. Я верно говорю, шпион? Я не шпион. Но в общем все правильно. Я видел палача, он заставлял Ариана Лавалета признаться в инцесте с матерью. Чтобы он подтвердил, что Анаис и Бусси их дети. Негодяй. Палач больше никому ничего не сделает. Нет короля, нет законов. Теперь в Тимерии правят гниды вроде Кимбальта и Моровеля. Только старый Ян Наталис еще может навести порядок. Наталис далеко. Кроме того, у него нет шансов на корону. Он слишком низкого происхождения, в отличие от барона Кимбальт. Не время рассуждать о политике. Ты узнал что-нибудь об убийце? Неделю назад мой информатор во Флотземе сообщил, что с Йорвитом видели здорового лысого мужика. Его портрет совпадает с твоим описанием. Значит, Флотзем. Долго туда плыть? Пару дней. Фактория лежит в лесах на границе с Саидирном. Там хозяйничает Йорвит. Вы готовы? Отправляемся. Трис? Да? Давай уединимся. Ты займешься... моими ранами. Да. И расскажешь о Йеннифер. Все в подробностях. Даже о том, о чем говорить не хочется. Даже о том, что может быть больно. Все на палубу, Эйна Швартова, берегите борт. Якорь чист, капитан. Честь – забавная штука. Она заставила Ариана вступить в неравный бой с Тимерией.
А когда он был побежден, честь склонила голову Ариана, чтобы спасти жизни его людей, но не дала выжить ему самому. Подозреваю, если к тебе пристанет прозвище «убийца королей», жить на этом свете становится нелегко. Особенно кому-нибудь вроде Геральта. Вот же бедняга. Я давно его знаю, уверен, что все эти короли и политика нужны ему как прошлогодний снег. Ну ладно, ладно. Мы же не всегда получаем от жизни то, что хотим. Иногда приходится общаться даже с такими неприятными типами, как Вернон Роше. Нет, я не оправдываюсь, но у меня для такого знакомства были, как сказать, свои причины. Весь путь по реке до Флотсама ведьмак провел в разговорах. До поздней ночи Трис рассказывала ему забытые истории. Дитя-неожиданность, губительная любовь, которая связывала его с чародейкой Йеннифер. Трис рассказывала истории жизни, которые его лишили. Вы заскучали? И все же не откладывайте повествование, друзья мои. Один примечательнейший персонаж вот-вот предстанет перед вами на виселице. Убери оружие, эльф. Я пришел поговорить. Клонись в пол. Вон, видишь, венценосец. Это Димовент. Милостью Божьей король Айдирна, долины Понтера и прочее, и прочее. А ты? Друг нелюдей. У меня есть предложение. Говори. Быстро и по делу. У тебя есть время, пока головоглаз не вернется. Я могу добыть еще голов. Все монарши. Дальше. Сперва Фольтест. Но мне нужна помощь. По Эдирне я едва ушел от облавы. Мне нужны ваши убежища, карты потайных троп. Мне нужна помощь с Каэтаэлей. Я делаю это не ради золота и не жажду славы. Тогда зачем? Долго объяснять. Твоя тварь уже сожрала Накера. Тебе пора. Мы договорились, эльф?
За мысом уже должен быть Флотзам. Мы пойдем берегом. Мы это кто? Ты и я. На разведку. Я иду с вами. Не стоит. Там может быть опасно. Неизвестно, как нас примут. Да куда вы одни пойдете? Должен же за вами кто-нибудь приглядывать. Она всегда такая.